ребята, смотрите, какая охрененно еду. Здесь такие места. Тут АК рядом. Я только что выехал из музея-заповедника Поленова. В честь художника Поленова. Хотя я бы в честь Перова бы такое забабахал, но я думаю, что если сейчас современные, так сказать, люди вникнут в то, что он рисовал, Перов, то я думаю, что они будут порываться его картины сжечь. Потому что сейчас он, Перов, как никогда актуален. В общем, если что, посмотрите картины такие. Чаепитие в Мытищах близ Москвы. Последний кабак у заставы. Тройка. А еще Крестный ход. Вообще картина классная. Вообще хорошо показывает все, что происходит. Так что, ребятушки, Перов — это полноценный рок-н-ролльщик. Это, блин, как любят сейчас говорить, художник-художник. Кстати, я не против вот этого повторения, хотя это все уже задолбали этим повторением, но это неплохо. Как бы фиксирует понятие. То есть художник, а это художник-художник. Я бы даже сказал художник-художник-художник. Вот так. Чтобы уж совсем было понятно. Медпункт нам, слава богу, пока не нужен. Мы еще молоды, красивые. И у нас все впереди, простите за выражение. Так, ну сейчас я тут где-нибудь причалю, посмотрим. Сверимся с вами с картами.